И всем привет, с вами DJ Котик, и это игра Автомеханик Симулятор 2018. Попробуем себя в роли Костоправа, подровняем, починим, сделаем конфетку, запилингуем. Для начала мы должны создать профиль в этой игре, затем мы попробуем читерский мод, где мы сможем полностью насладиться всеми функциями данной игры. Итак, начнем мы с обучения. Поехали. Итак. Вот мы и прогрузились. Привет, Костоправ, мы тебя хотим обучить всякому, бла-бла-бла, чтобы ты умел. Ну, это обучение. Кому интересно, тот будет проходить как положено по порядку. А так как мы работали 40 лет на старика, оно нам просто ни к чему. Итак, посмотрим. Пока хозяев, заказчиков машин нету, мы должны все ненужное нам продать. Посмотрим на состояние машины. Ну да, мы, конечно, не опытные, не вкачанные, так как мы поэтому ничего не знаем о данном автомобиле. Мы его просто возьмем и продадим. Оно нам ни к чему, а деньги нам понадобятся. Хозяева машины тоже ни к чему. Теперь машина шефа. Ну, состояние мы не знаем, опять же, поэтому мы машину сейчас просто должны переставить к выходу. Выход. Давай выход. Так, вот выход. Все, машина у выхода. Это масло. Откачивать нам это не нужно. Двигателя масло откачивать. Так, все у нас. Тут компьютер. Нет, там компьютер не нужен. Только для двигателя. Вот оно, обучение все продолжается. Так. Зайдем в машину и свалим по-тихому, пока шеф наш на обеде. Ну, карта толком еще не открыта. Поедем, подкатаем машину. Так, у нас не хватает масла. Вот шеф дает, даже сам себе масло не может долить. Правильно, такие как мы есть работники. Так, посмотрим на его двигатель. Щуп, где щуп? Так, щуп. Двигатель без щупа. Точно иностранное производство. Наверное, автоматика. Мы даже не знаем уровень масла в двигателе. Замечательно. Ну, мы тогда масло дольем простым способом, пока через края не прольется. Так. Сливочное масло с подсолнечным заливаем. Так как эту машину надо все изгробить. Нам шеф надоел. Не платит. Ни черта. Мы ему делаем. Он на нас только злится. Может, еще где-то есть что-то? Нет. Не помещу? Нет. Вроде нет. Нет. Щупа здесь нет. Может, он сзади? Сзади, сзади. Тоже нет. Сзади нет. Нет. Лучше нашего УАЗика нет лучше. Так, заводим машину и сваливаем. Так, вот мы и приехали. А теперь будем гонять от души, пока нас ищут менты. Возьмем чуть-чуть левее, левее, так правее, чуть-чуть левее. Да, повороты никудышные в этой машине. Так, берем, так поехали, ехали. Так, теперь нам нужно разогнаться. И ментов лежачих подавить. Оп, левый, правый. Все, раздавили их.
крики голосов и боли слышно позади. Разгоняются, разгоняются, оп, а бездорожье, оп, машина не предусмотрена для бездорожья. Сразу видно иностранное производство. Теперь нам нужно проверить тормоза. Стоп, 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 так, ну тормоза, понятное дело. Тормоза у нас током не работают. Кое-как припарковались. Почувствовать себя важной птицей дали возможность кемеровские полицейские обычному гусю, который был задержан в составе группы автоугонщиков. На первых этапах расследования стало понятно, что пернатый оказался замешан в криминальную историю. Итак. Вот мы отсидели 33 года и 3 дня. Вышли и купили гараж в кооперативе. Теперь посмотрим. Так, что у нас тут есть? Радио. Давайте включу нормальный музончик. О! И пошла жара. Другое вот дело. Танцуем. Так, теперь нам нужно взять заказ. Заказ берется в телефоне. У нас сейчас пока один, да, только есть. Нет, два. Купил сыну автомобиль. Понятно. Берем. И так. Вот и на автомобиль, который нам нужно починить. Так, это у нас ящик с инструментами. Здесь мы обучаемся навыками, полученными в ходе ремонтированные автомобили, соответственно. Так, переставим автомобиль к домкрату и посмотрим, что нам нужно сделать. Сразу поднимем наверх. Так, ему нравилось масло. Так, вот фильтры, покрышки, топливный фильтр, заменить масло, спустить старое в литровое. Купил машину себе. Врет, наверное. Купил, наверное, себе машину. А спихнул на сына пятилетнего. Так, вот и чуть есть уже точно. Так, вот топливный фильтр. Так, теперь нам воздушный фильтр нужен. А где у нас воздушный фильтр? Так, воздушный фильтр. Себе тормоза. Переведено сюда. Здесь мы получим мало коллектора. Поднять патрубок, дросси. Так, а где воздушный фильтр? Вот что значит обучение не прошел. Наверное, где-то здесь. Ну, давайте с ним проверим. Болт. Так, топливная рамка. Нам топливная рамка не нужна. Нам нужен воздушный фильтр. Я сейчас весь двигатель разберу, но фильтр этот найду. Ладно, поставим на место. Болтики. Снова опять болтики. Почувствуй себя автомеханик. А вот и воздушный фильтр. Так, крышку нельзя снять, нужно сначала снять зажимы. Зажимы тип А. Это для тех, кто захочет поменять их. В магазин заходите и выбираете тип, который соответственно необходим для данного воздушной крышки.
Вот и сам фильтр. Ну и корпус, если что, возьмем. Проверим состояние его. Так. Теперь нам нужно снять покрышки. Они ему не понравились. Развинчиваем это все. Так. Ну, это нам как бы ни к чему. Нам только покрышки нужны. Проверить состояние масла и резины. Ну, вот резина тогда. Стандартная Б. Запоминаем. Снимаем остальные сразу. Следующую. Боже мой. Я скоро стану автомехаником с высшим образованием какими-то. Автомеханик высшего образования. Так. Теперь нам нужно масло слить, он просил. Поставим масло под домкрат и включаем остатки масла, сольем. Все, масло слили. На всякий случай еще раз проверим. И снимем крышечку, чтобы проверить наверняка. Там точно масла не было. Поддон откручиваем. Все. Коленвал раз. Все, нам больше ничего не нужно. Это нам больше не нужно. Так. Убираем. Подальше, чтобы не мешалось. Теперь можно заняться колесиками. Разбортируем. Этим временем поищем ящик для ремонта запчастей. Что-то я ящика не вижу. Видать, нужно обучиться и получить навык, чтобы появился необходимый нам ящик. Тем самым мы сможем экономить сумму. Отремонтировал своим определенные части автомобиля. Ну, так как его у нас нету, нам придется все эти части необходимые покупать. Так, снимаем, следующую ставим. Итак, все колесики. Это тоже ящик с инструментами. Вот навыки. Следующую. Снять следующую ставим. Последнюю. Так. Курить типа нельзя. Ну, мы соответственно курим. Нам можно. Это наш гараж. Так, теперь смотрим состояние. Топливный фильтр 6%. Его меняем. Покрышки все 4 нужно поменять. Фильтр тоже нужно поменять. В принципе, как и описано было. Бывает, описывают. Ну, сами не знаю, тут говорят, ну там типа проблема в коробке какая-то, там в двигателе. И ты начинаешь полностью все это разбирать, искать, выявлять причины. Там пол двигателя нужно менять. Ну, как в жизни, в принципе, грамотно сделали. Вот это вот интересно очень. В принципе, многое зато учишься. Если ты где-то что не знал, как что, где фильтр находится, что масло где-то там находится, ты уже это знаешь. Как бы первоначальное обучение, можно сказать, ты проходишь благодаря этой самой игре.
уже приблизительно будешь знать, где находится там распредвал, стойки, суппорта, бак, насос и так далее. Так, нам нужно еще купить фильтр. Вот там топливный фильтр. Покупаем. Так, теперь, так, топливный фильтр и воздушный мы взяли. Так, это мы тогда сразу продаем, чтобы оно нам не мешалось. Хоть какие-то деньги отыграем. Теперь нам нужно покрышки. Запоминаем обязательно покрышки размер 205-55R16. Это нужно выставлять самое тяжелое. Из всей этой игры это самый тяжелый выставить, по-моему, размер покрышек и дисков. Так, еще раз, размеры 205-55R16, стандартная B. Покупаем, так, ищем вот стандартная B. Так, 16, 55, 205. И 4 штуки. Купим. Вот, все сходится. Теперь тогда эти ненужные мы продаем. Так, теперь нам нужно обратно бортировать. Установить покрышку на диск. Устанавливаем. Самое главное, не забываем потом балансировку выровнять. Ставим сразу на балансировку. Кто не заметил, сразу видно, если колесо балансированное. А он нормально, если не сбалансировал колесо, там такой значок есть. Диск нарисован красным. То есть не балансировал. И каждый так вот по очереди балансируем. Вон диск нарисован внизу. Ставим его. Да. Так. Теперь нам нужно все сразу сбалансировать и приступим к установке колес, фильтров, ну и все, в принципе, вся работа. Интересно, сколько мы денег отыграем? У нас было 4 с чем-то тысячи. Так, поддон устанавливаем на место. Так, теперь забираем обратно последний. Вот еще одно осталось, балансировку ставим. Ну и пока устанавливаем эти колеса, которые уже балансировали. Установить, установить. Вкручиваем, ввинчиваем. Монтаж оборудования нажимаем, ставим колесо, тоже венчаем, и так каждое колесико. В принципе, игра интересна тем, что каждый деталь тут вот так вот и делаешь. Но минусы тем, что подлазишь ты легко, а в реальности ты так не подлезешь, как показывают двигатели. Там сбоку, от интуитивно, там еще подвесим, например. Нужно быть не сбиваемым.
Пускаем. Так, ну аккумулятор на зарядном устройстве, попробовать его. А у нас интересно, есть ли зарядное устройство? Ну-ка я посмотрю. Так, зарядное устройство. Так, у нас нет зарядного устройства. У нас ничего нет. Ну тогда мы поставим его на место. Хотел сделать доброе дело человек. Ладно. Так, воздушный. Маски, топливный фильтр поставим сначала. И крышку обратно в корпус. И сам фильтр новый, купленный. Верхнюю крышку. И зажимы ставим обратно все. Так. Все, фильтр мы установили. Так. Нам осталось все. Заменить масло. Раз, дольем. Поднимаем крышку. Заливаем свеженького маслица. Щуп, щуп. Вот он щуп. Щуп подлезть. Вот. Смотрим. Уровень минимальный, максимальный, нужно ставить в середину. Держите всегда средний уровень, ни больше, ни меньше. Проверим. Ну, вроде как середина. Все, готово. Так, смотрим состояние. Масла не хватает. Так, это или бак, или он жадный скупердей. Ну ладно, дольем ему еще чуть-чуть, чтобы точно был средний уровень. Тогда чуть-чуть не достало до среднего. Смотрим. Ох, почти максимальный. Вот теперь точно нормально. Смотрим. Все. Машина готова. Заказ выполнен. Завершаем заказ. Все. А, дрёсель не хватает. R4. Хьюстон, у нас проблема. А, мы же вроде как снимали. Или где он? Где-то здесь я. Сейчас найдем. Вот он, дроссель. Точно, дроссель мы снимали. Вот. Монтаж. Вставляем дроссель обратно. Это мы когда фильтр искали воздушный. Все, а теперь точно машина готова. Все, завершаем заказ. Получил 24 700. Ну, баксов 200 где-то выиграли. И так вот потихонечку и работаем. Все, мне надоело это. И давайте займемся читами. Так, вот мы снова прогрузились. Создаем для начала профиль. Запоминайте, PMS 2018 промо. Так и пишите. Как создадите профиль, просто начинаете новую игру. Ну и, соответственно, я нажимаю продолжить. Итак, вот мы и прогрузились в новом гараже, как в обучении у нас было. Полностью прокачанный гараж. Это машина моя, которую я вкачал из хлама. Отремонтировал. Это телефон с задачами.
Задачи тут довольно-таки сложные. Так что, я думаю, вряд ли мы будем что-то выбирать. Это специальный цех для проверки ходовки машины. Ну, кран для двигателя, подъемник. Это стол рабочий, калькулон, ПК и прочая бумажка. Это у нас лакировочный цех, помещение, точнее. Так, ну, музыка в радио знаете где. Давайте выберем, наверное, какую-нибудь, может, работеночку попроще, чем-нибудь, недолго. А то тут какие-то серьезные задачи, двигатели проверить. Могут передачу переключить, свечи, масло заменить. Что-то как-то долго. Ну-ка, может, давайте прокатимся на машине. Съездим, заберем какую-нибудь точилу. Рухли какую-нибудь старую, разбитую машину, прям в хлам. И сделаем из нее конфетку. Поехали в сарайчик. Сейчас мы возьмем машинку. Ну, не факт, что она будет полностью вся разбита. Она на вид, может, и будет полностью разбита. Там, может, каких-то деталей не хватает. Определенного там. Может, какие-то свечей там. Вот вроде ничего так машина. Давайте ее, наверное. Или нет. Вот, вот это. Постремнее, постарее. Как ее называют. Вот давайте эту сакуру заберем. Все, возвращаемся в гаражик ее. Ну и сами пойдем в гараж. Выйти без покупок, ну да, мы так договорились просто с хозяином неофициально. Загрузочка, местами долгая, местами быстрая, это зависит от компьютера и его нагрева, соответственно. Так, вот мы и прогрузились. Практически. Так, эту, наверное, машину, вот она, уже даже и покрашенная, была постремнее. Сейчас как-то более-менее вид у нее. Может, это не та, вроде та была. Ну, давайте мы, наверное, попробуем. Чем попробуем? Посмотрим на вид, да? Характеристики. Давайте начнем с них. Делаем по очереди каждую характеристику. Чтобы узнать, какие детали, чтобы не ковыряться лишний раз полностью машину, все не разбирать, мы уже будем знать примерно детали, в каком состоянии, благодаря этим характеристикам. Да. Тут у нас, ну, в принципе, тоже нормально. Давайте следующий прибор включим. Электромонитор. Типа работает. Ну, вроде как стартер нормально, почти 70%. Следующий прибор, манометр. Давление проверим. Ну, давление вроде как нормальное тоже. Но мы люди рабочие, поэтому мы все тут проверим хорошенечко. Ну, я тут, наверное, капот закрою. И так как я люблю машины полностью все перебирать, взяв
я, наверное, этот момент перемотаю, сразу покажу вам момент, когда он уже все будет закончен, чтобы вы оценили просто уже полностью сделанную автомобиль. Помню, что у серого днюха сейчас заедем в БТИ быстро, возьму одну справочку и все. Все взял? Нет, сейчас надо еще к нотариусу заехать, доверенность заверить. Все сделал? Нет, чтобы справку получить, надо вот эти все документы поехать в Ростехнадзоре подписать. Сейчас вот эти все документы надо на Войкова в департамент отвезти. Обратно вот это еще в БТИ все завезем и все, и справку отдадут. Вот это и все? Да. Вот это подержи, пожалуйста. Блин, они запарили меня, сейчас еще надо в УФМС поехать. Мы все здесь просто спросить. Ну все повторить между нами тает лёд. Пусть тебя нас никто не найдёт. Ты тоже заткнись, а уже. Это вам в 68-е тысячное окошко. Ну давай только побыстрее, я тебя умоляю. Да я бы с радостью, тут посмотри, прямо отсюда очередь начинается. Кто крайний в Роспотребнадзор? ФРС не принимает. Почему? Не хочет она! Все, справку покажи. Не, я в смысле все документы сдал, через месяц справку отдадут. Ну вот и все, в принципе, монтаж машины закончен. Ну да, не хватает, соответственно, масла в двигателе. Сейчас мы быстренько даем маслица и можно тачку уже обкатать и проверить. Каждая деталька заменена, все нулевое практически. Ну, все, что в плохом состоянии было заменено, чтобы у нас проблем просто не было при встрече гаишников и техосмотре. Закрываем капот, садимся в автомобиль, заведем наш двигатель. Вот, завелось. И поехали на испытательный путь. Обкатаем машину, проверим ее состояние. Так, вот мы и прогрузились на треке. Ну что ж, давайте проверим машину. Начнем с испытания езды. Ну, его все так разгоняется шустренько.
Так, теперь снова берем левее, там и правее. Так, эти края пока мы отгибаем. Так, берем влево, влево, влево. Так, теперь вроде как нужно нам прямо. Полицейским этим лежачим. Вот они. Так, теперь подвеску проверим. Так, испытание она должна пройти. Прошла подвеска наше испытание. Еще бы не прошла, все новое поставил. Пужился, мучился полтора часа. Так, этот мегаповорот мы прошли. Ну и теперь нам нужно проверить, соответственно, тормоза наши. Ох! Тормоза слишком хорошие. Вот так-то. Ну, вот мы машину и проверили. Прошла она все наши испытания. Техосмотр пройден. К вождению готова. Данной машине не хватало свечей. Фильтров не хватало. Потом не хватало пару отжимов, зажимов. Зажимов для коробки, если не ошибаюсь, проводов подключения электричества к свечам подведения. Для этого не хватало. Ну, в общем, несколько деталей в этой развалюхе не хватало. В принципе, вся беда была исправлена. Ну, вот мы, в принципе, игру испытали, прошли. Довольно-таки интересно, чтобы особенно время скоротать в ней запросто можно. Пару часиков, это точно, занявшись определенной машиной. Вот это парковочное здание, помещение. Тут стоят машины, все которых я решил себе оставить. Ну, на данный момент пока есть две. Там, глядишь, и Маздой обзаведемся, я подумаю об этом. 626-й. Ну, в принципе, мы все проверили. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был DJ Котик. Спасибо за внимание и всем пока!